Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Зи, дорогие друзья, вас снова приветствует сэр Холмс на канале Благородных Сэров. Сегодня мы продолжим по игрульке Fallout 2. Прошлая серия у нас завенчалась не очень таким удачным походом по пустошам. И попробуем пройти по пустошам сейчас еще раз. И надеюсь, будет уже получше, потому что в прошлый раз мы наткнулись на рейдеров, которыми тупо ничего не смогли сделать. Так, пусть пистолет будет у меня в быстром слоте. Расулик опять пялится на Вика. Все как обычно, все нормально. Двигаем. А, цель нашего путешествия — Рединг. Блин. Да, чувствую, не просто будет туда добраться. Так, вот и мы, наша компания идет. Пока. Вот. Перед вами патрульные. Так, они меня не атакуют. Это прикольно. Так, ладно. Сохранимся. Привет. Предлагаю вам туда и пойти. Куда? А у вас есть что? Как бы должен же быть какой-то толк от вас. Какие-нибудь ящички с лутом, не? Вот горшок какой-то. Так, пока дверь не заняли, надо выбегать. А, вон, подожди, нет, просто коробки. Да ладно, блин. А смысл вообще в такой случайной встрече? А, ну типа, может, если у меня плохие отношения с этими товарищами, тогда это аукнется. Вот, а вообще, напомню, цель нашего путешествия... Вообще, глобально это вернуться в дыру и... там нас будет ждать Карл. Карл надо отправить домой в Модок, чтобы Модок смог помириться с этими жителями подземелий. Там у них у обоих критические ситуации в плане провианта. А вообще, время быстро кончается, отведенное, должен я сказать. Начал на скидке звуки, перед вами несколько трапперов. Так. То есть 27-й, он... Ну, в принципе, нет, в принципе, время еще есть. Нет, 23-е. 23 сентября крайний срок. Сейчас уже, ну, так прилично времени прошло. Полагаю, что мы можем и не успеть. Да. Здрасте. Сюда к трапперам люди редко заходят. Чё надо? Шкуры Гекка на продажу. Могу продать парочку шкурцов. Город не ходить, ноги не бить. Чё есть? 5 шкур. Обычных Гекка. Вот так ты не будешь торговать? Да, а нафиг эти шкуры-то вообще нужны? Неужто они дороже уйдут в городах? Вот, наверное, для тех, кто это... обладает хорошим навыком торговли, то можно у них покупать шкуры дешевле, в городе продавать дороже. Ну, я прогадаю. Я знаю, я торговец никакой. Вот, интересно, что там? О! Тихо, нифига ж себе! А там какая-то есть другая, это... Блин, а ведь интересно, что там на другом конце этой пещеры. Блин, надо попробовать. Ну... Нет, давайте потом как-нибудь лучше попробуем. Я уверен, что я буду обречен на... неудачу, грубо говоря, мягко говоря, даже я бы сказал, мягко говоря, неудача это будет. Вот, Рединг уже совсем близко между тем. Да, остается
10. Ох, сколько вас! Ах ты собака! Черт тебя подери, а? Вау, по 6 здоровья потерял. Нифига себе. Вот твари. Капец, они меня обложили. Вот они сейчас напали на Вика просто потому, что до меня уже не добраться, из-за того, что я окружен просто вообще. Не, это вообще дичь какая-то. Я не выдержу такого дерьма. Ну серьезно. Это что такое? Блин, я уже почти дошел. Нет, надо было приключиться к какому-то дерьму. Ну блин, ну... Как вот я должен справляться с этим? Я даже сейчас пройти не смогу. Ну, они меня просто окружили. Зараза. Ну давайте хилиться, наверное. Да? Попробуем. Что нам остается? Кроме как заточить кучу стимпаков. О, хорош, минус одна. Так, собаки промахиваться начали. Да, смотрите, как танкую, нормально. Так, давайте выберем цель, господа. Вот, наверное, вот эту псину. Так, и еще раз. Тут главное по своим не попасть, а то так можно. Плохо. Только остается надеяться, что моих беспечных товарищей собаки не загрызут. Прям интенс, такой интенс. Ну, еще, в принципе, выдержу. Пока не буду колоться. Да ты зараза. Ну-ка. Опа. Это их немного отвлечет. Вот бы посмотреть, сколько хп осталось у моих спутников-то. Блин, вставай! Вот теперь я действительно злюсь, говорит Вик. Ну, посмотрим, как ты злишься. Блин, реально, сколько у них хп? Тяжело ранены. Да, это печально, печально. Так, а как выглядит Сулик? Просто раненым. Да, надо лечить Вика, но по-любому надо лечить ее. Так, в принципе, если я встану сюда, то можно это сделать. Ну, тогда, конечно, у меня не хватит ОД. Ну, ладно, как бы оно того стоит. Так. Спасибо, говорит. Ну-ка. Применили стимулятор к существу Вик. Ну, теперь получше стало. И... Блин, а сейчас, наверное, хильнуть... Себя хильнуть? Да, наверное, сам хильну сейчас. Что-то мало ли покоцают еще. Так. Ну, сейчас надо будет опять лечить этого непутевого. Опять он тяжело ранен. Да, придется растерять, наверное, все стимпаки.
Блин, реально-то совсем мало их остается. Мне кажется, мои дебилы не атаковали никого, хотя могли. Как бы это печально, мне кажется. Ладно, на тебе еще стимпак. А подожди, что, они кончились уже? А, вон есть. Все, хорош. Так, лучше чуть сдвинуться. Вообще, такой довольно занудный бой, так что я, пожалуй, его доиграю сейчас за кадром. И через секунду встретимся с вами. Ну, собаки повержены, но у меня есть такое ощущение, что эти дебилы тупые, они просто не атакуют собаку, если... Вот понимаете, я при нашем ходу собаку убиваю, да, а эти дебилы ходы пропускают, просто потому что я никого не атаковал, и они, соответственно, тоже никого не атакуют. Ох, какие бараны, сейчас надо это изменить, слушай. Почему вы такие бараны? О, господи. Блин, я его еще лечил, у него 63 из 85, это капец. Это капец. Атаковать того, кто ближе всех просто. Это самая, наверное, верная тактика будет. Так, не-не-не, ничего не надо, отстань. Все, ты такой дебил, ты меня расстроил. Пока, все. Ты? Сколько у тебя хп, вот мне интересно сейчас. Ведь я их лечил еще, капец. Потратил все просто. Я расстроился прям, ну... Кто ближе всех? Давай. Ты можешь. Подожди, я сейчас не отменил ли настройки эти? Не, все хорошо. Ну, опыта нормально отвалили за собак. Но у меня реально не осталось, по-моему, ничего вообще. А, два пакетика. Ну ладно, нормально. Ой, блин. Это было печально. Вот можно под этим... Ну, хотя нет, нафиг. Тут лучше под новым как раз таки сохраняться. Ладно, знаете, я, наверное, думаю, не успеем, так не успеем. Как бы быть хорошим парнем постоянно невозможно. А, блин, теряем время! Черт. Ладно, со всеми бывает. Ну хотя, блин, я не хочу так ночью опять врываться в этот город, а? Погнали-ка днем успевать. Блин, опять какая-то встреча. Да ну нахер, вы чё? Ребята, не, бежим отсюда. Вообще, относятся какие-то звуки. На! Отстреливаемся от них, валим. Я не стану твоей жертвой, говорит. Капец, они больно кусают ее. Уйдите вы нафиг. Блин, они же сейчас загрызут. Да чего они ходят бесконечно? Охренеть, какая читерная игра, блин. Ну вот реально, нахер так вообще делать-то? Они же его сейчас загрызут просто и все, без вариантов. Почему они ходят дважды, я этого не понимаю, никогда не пойму. Это просто несправедливо и неправильно, я считаю. Все, наверное, прощай, Вик, да? Да, отлично просто. На последнем издыхании. Не, меня эта игра начинает бесить даже. Так, ну это неправильно просто, такого не должно быть. Ну, как бы зачем бесить игроков? Ну, объясните мне, вот зачем? А почему я в 4 ночи прибыл теперь?
Я ничего не понимаю. Ой, ладно, ладно, блин. Надо успокоиться, взять себя в руки. Ну, ты, мы крутые ребята, а, смотрите. Ну, Вик, конечно, выглядит как дебил. Так, что тут написано? Указатель на столбе, кажется, начинает ржаветь. Так, что тут за домик? Палатка, то есть. А это что такое? Вывеска Аскорти. Какой еще Аскорти? Здорово. Видите местного жителя. Первый раз в рейдинге, а? Рейдинг, блин. Играл как-то в дальнобойщиках 3 и возил туда грузы. Так, этот знак был бы указывать, что уже давно стерлись буквы на нем. Понимаешь, так, что-то здесь колодец, есть загон с мертвыми браминами. Домишки всякие, госпиталь есть. По-любому платный. Так, это какой-то салун. Ничего не вижу. Mail мьют какой-то. Mail мьют. Так, и тут переход на следующую локацию. Ну ладно, новый город, ребят, давайте ознакомливаться, что тут у нас есть. Фермер. Я на тебя тоже зыркнуть могу, говорит. Этот ребенок весь в грязи. Ты людоед? На себя посмотри, блин, вша. Нашел, блин, людоеда, скотина. Фермерша. Доброго тебе дня. Ну, единственный нормальный человек. Ой, блин. Да вы чё? Стол для игры в кости. Ну, нормально. Не, кстати, музон тоже. Музон, слышите, да? Странную позолоченную металлическую коробку с тремя глазами и одной ручкой. Это самая красивая вещь, которую когда-либо видели. Бартер. Ну, блин, это однорукий бандит. Так, девушка крупье, делайте ваши ставки. Да, блин, это, ну, тут есть, конечно, навык азартных игр, и тут их много довольно-таки, но я думаю, что к черту. Здорово, говорит. Так, ну, я начинаю что-то залипать, это не к добру. Так, местный жит, ну, тоже ничего такого. Я просто хочу найти того, с кем тут... А это что, кровь? Это такой ковер у вас. Блин, Сулик, вообще такой брутал телохранитель у меня. Наверное, на него, если даже надеть какие-нибудь стальные доспехи, он все равно будет выглядеть голым. Так, а кто это? Невысокий человек с угольно-черными волосами и приятной улыбкой. Сохранимся. Приветствую, добро пожаловать в добрый город Рейдинг и мое казино. Здесь у Аскорти каждый ас. Я Аскорти, владелец и мэр этого милого города. Угу. Так, ну, что нового в городе, сначала спросим, что вообще, какова ситуация. В последнее время наши поставки золота снизились, потому что шахтеры слишком много времени летают под винтом. Интересно, да, позволь задать еще. Есть работа тут. Есть шериф, а еще владельцы шахт ищут кого-то, кто бы добыл какую-то деталь для одной из рудничных машин. Так, что там за рудничная фигня? Об этом я немного знаю. Вам следует поговорить либо с опасным Дэном МакГроу из шахты Утренняя Звезда, либо с Марч... Лебарш с шахты Коковев. Да господи, ну, что за название? А, они оба прямо к северу от бизнес-центра, прямо напротив кладбища. Ну, я вижу, на север, там переход на локацию вдруг как раз. А что насчет шерифа? Как мне доложили, шериф Марион ищет человека, который бы выполнил его обязанности, пока у него не заживет нога. Может, вам стоит поговорить с ним? Его контора прямо на юг отсюда, через улицу. Ну так сходим обязательно. А ты чем занимаешься? Управляю казино, ну, в принципе. Я контролирую такие вещи, как акты и прочее. Какие акты? Все виды частной собственности. Ну, сейчас у меня целый ввоз актов и продажи.
И что там? Это сделка с великой шахтой Ванаминго. Великая шахта. Так. Сразу на выходе из города. Я могу... Что? Продать ее вам всего за $1000. Специальное предложение. Вам просто повезло, что сегодня такое благоприятное настроение. Расскажи поподробнее. Ну, там развелись какие-то звери, и пока их не убить, на шахте работать нельзя. Если вы купите у меня этот бизнес, а потом переведете всех животных, я с радостью при вас с хорошей прибыли. Ну и что за прибыль? Дьявол, больше чем двойная, как минимум столько-то ваши труды стоят, не так ли? Большую плату я не могу себе позволить. Все равно там осталась гора работы перед тем, как шахта сможет приносить прибыль. Так какую цифру ты назвал? $1000? Ну да, как бы, почему бы нет? Ну, нет, столько нет сейчас реально. Ну, можно подзаработать. Ну, блин, я не знаю, конечно. У меня осталось... Блин, вообще мало времени. Я хоть успею добраться-то... Ну ладно, посмотрим. Вообще сильно тут задерживаться не стоит. Да, как бы такие квесты я, наверное, не буду брать, которые требуют много времени. Тут чисто денек потусуемся и двинемся. Ай, в дыру. Да, в дыру. Ладно. А вот что такое гзг? У тебя есть гзг? А, по-моему, город-убежище построили с помощью такого. Такой прибор должен быть в каждом убежище. Здесь точно такого нет. Ну-ка. А, не будет. Ну ладно. Ну вот такой вот у нас мэр. Так, я что, не могу пройти? Серьезно? Да не может быть. Ну, блин, Сулик, уйди. Иди отсюда. Духи двигают меня. Блин, тут прикольные. Мы думаем, твое дружбе время подюхать цветочки. Дедов Масол говорит, слишком шустрый, тебя надо выпить. Чё? Так. Горожанина, странная штуковина. Видите, стена. Пристойно. Давайте честно, а туда можно пройти? А, вон там какая-то, смотри. После такого у тебя точно бадун. Крепко сложенный охранник. Блин, там что-то есть у них, смотри. А, подожди, он же тут так... А, прикольно. Неопрятный кассир. Че надо? Хочу что-нибудь продать или купить? А, вот оно. Ух ты, нормально! Тут-то можно нормально поторговаться. У него-то хоть много монет. Но мне сейчас совершенно нечего продавать, как назло. Вот совершенно нечего. Все нужное. Черт возьми. Ладненько. Пока не будем наглеть. Думаю, это можно еще будет сделать потом. Сейчас пока посмотрим, что есть еще здесь у них. А вон еще какой-то проход. Вот зайдем в салон. Что там, как он называется? Mile Mute. Ух, смотрите, какой бар. Шикарный бар. Весьма потасканные виды женщины. Привет, морячок. Часто сюда заглядываешь? Ты пришел в гости к Фанни Мэй? Ну да, я пришел к тебе. Ах ты моя прелесть. Ах ты наш скромничек, сейчас минут, я вся твоя, зайчик. Не, а... С холод... Видите, мужчину с холодной выпивкой в руке, а они... Блин, что за херня? Нарыгает. Видите алкаша? Привет, алкаш. Женщины-алкаши. Ладно. Так. Вы видите усталую женщину, которая в молодости наверняка была замечательной красоткой. Привет, я Лу, хозяйка салона Mail Mute. Лучшего заведения к северу от Сан-Франциско. К северу от Сан-Франциско.
А в Сан-Франциско что у нас тогда? Привет, Лу. Что нового в городе? Большую часть своему руду продаем мы ее. Золото. Да, прямо в городе к северу отсюда работают две золотые шахты. Торгуете? Так, продаем золотую руду в город убежища в обмен на лекарства. Продаем новую Калифорнийскую республику в обмен на свежую бромятину и другие продукты. Продаем Нью-Рину в обмен на выпивку и наркоту. Наркоту, блин. Какая прям нужная вещь, куда без нее, да? Кое-что нужно. Чем могу служить? Может, номер снимешь? Можно спать, можно... А можно просто спать. Можно спать, а можно просто спать. Может, выпить или еще чего выпить. Мне бы комнату и просто спать. Не просто... А подожди. Не просто спать, это здорово. Скажи мне об этом подробнее. Кто-нибудь согреть больную одинокую? Посмотрим, где... Так, может... Аниме. А подожди, а чё? Слушай. Подожди. Давай потом вот все эти... А это что такое? Банкнота шахты. Утерянная звезда. Банкнота шахты. Как... Ничего себе. Какие-то ещё банкноты особо не стоят. В два раза дороже, чем обычная монетка, курс, короче. Так, есть тут бронебойные какие-то магнум патроны у нее. Ну ладно. Пока ничего такого особого тут нет, чтобы покупать прям. Так, гек. Что такое гек? Устройство, которое служит для того, чтобы... просто такая вещь, которую я ищу. Расскажи мне о другом. Теперь чего? А что такое Майлму Мьют? Просто большой пес. Ладно, просто большой пес. Но в принципе тут, наверное, ничего интересного не найдется. Ну, тут никого нет, я вижу. Не, подожди, вот если... Ну да, там нет никого. Госпиталь, даже не знаю, насколько целесообразно туда ходить, но... Почему бы не сходить? Прикольная вывеска. Так, еще и дверь у него есть. Как мне в толк, что выселся с таким невеждой, что тут происходит? Грязного жалкого бронза. Ред переживает, Ред теперь будет хороший. Доктор хорошо звучится. Рыдьте, вред доктор. Смотри, у меня тут, конечно, на улице просто относительно, непростительно добрый. Здорово. Здрасте, я Док Джонсон. И, по-моему, профессиональному мнению, выглядит не совсем здоровым. Вас подлатать? Так. Но мне сейчас нужно не столько лечение, а сколько ответ на некоторые вопросы. Что вы хотели узнать? Мне бы хотелось подлечиться, и мне бы хотелось подлечиться. Интересно, чем отличается? Да, просто любопытство, что происходит в городе. В последнее время шахтеры больше времени проводят под кайфом, чем на добыче руды. Ну блин, работать шахтером в постапокалиптическом мире, блин, как бы я даже их понимаю. Но если тебе будет, если так будет продолжаться, Родинг перестанет добывать золото, хотя Нью-Рина это, похоже, не беспокоит. Почему тут Нью-Рина? Нью-Рина продает винт просто за копейки. У винта невероятный уровень привыкания, такого еще никогда не было. Они решили, что если в какой-то местности посадить недостаточно народу, то эти люди что угодно сделают ради дозы. Нью-Рина получит фактически контроль над местностью, например, над трейдингом. Нифига себе! Какие хитрые нью-риновские ублюдки. Говорили, что у Рейдинга недавно начались проблемы с экспортом. Слишком много винта, слишком мало работы. Ну, мне сказал об этом Макклюр, скоро до убежища. Я знаю Макклюра. Он один из советников города убежища. Что он сказал вам? А, да-да-да, вот это. Мне все и сказал, ширится винтом, цены растут. Это плохо. Чего тебя называют наркоз? Потому что мои больные обычно теряют сознание раньше, чем... Это очень сильно закричать. Такая шутка.
Ага, позвольте все. Так, медикаменты. Давайте посмотрим. Там прям. Я же имел в виду не прямо сейчас, что ты так гонишь? Так, ментаты, противоядие, ну нормально. Великий стимпак есть у него. В принципе, больше ничего у него и нельзя узнать. Ладно, где там? Что еще у вас? Шериф? Домики всякие. Не, а тут такие приятные вечера, скажите. Освещение такое прикольное сделано. А, вон же дверь-то. Только вот двери не видно в темноте. И... Сулик сразу ворвался с двух ног. Так. Мадам... Мо... Джеска. Что-то она тут одна, это как-то подозрительно. Я мадам Маджеска, что вы от меня хотите? Как дела? В последнее время я очень мало что делаю. Когда-то мы вместе с Лу держали салон Mailmute. Но потом мы разошлись, я ушла из дела. Ну. Что-нибудь интересные слухи? Политика. Всегда развиваются какие-то жаркие дискуссии. Что вы имеете тут под политикой? Когда-нибудь видели состояние по ловле намазанного брамина? Расскажи мне об этом. Нет, ничего такого. Теленка намазывают салом, потом вся толпа пытается поймать его. Если вы не можете поймать его сами, обязательно сделайте все, чтобы никто другой его тоже не поймал. Какое-то отношение дело к политике. В этой игре намазанный салом брамин – это рейдинг. И заметьте, что это еще и золотой брамин. Юрина, новая Калифорнийская республика и город убежище из всех сил пытаются нас поймать. Ну или хотя бы не отдать никому другому. Ну, я вообще тупой, я ничего не понимаю. Что вы имеете в виду? Здесь в рейтинге мы добываем золото. Потом мы продаем его в Нью-Рино, в НКР, город убежище. Ну это я все слышу уже. Почему просто не нападут? Ну, достаточно крупный город. И далеко находимся. Ну, блин, да, я заметил. Потратил кучу времени, пока шел сюда. Так. Есть, блядь, не союзники. Близится к развязке. Что-нибудь перед выбором. Выбор! Слой жира на этом теленке брамина становится все тоньше. Крупный шкиль, то, что прибросили к кругам. Поставят много людей. А кто на кого работает? Я не до конца уверен, но, по-моему, расклад такой. Дэн МакГроу обеими руками за Нью-Рино. Так, Дэн МакГроу, это, блин, это ж... Ладно. Марч Лебарш за НКР. Так. А Док Джонсон за город убежище, я пока не знаю, за кого мэр. А Скорчи. Интересные темы идут. Кто такой Марч Лебарш, кстати, действительно? Хозяйка шахты... А, да. Да-да-да. Марч больше склоняется в сторону НКР. Это не планирует их чопорность, но она видит в них силу. МакГроу — это хозяин утерянной звездой. Склоняется в сторону Нью-Рино. Что-то я не знаю даже. НКР, наверное, звучит более-менее самым приличным. Как в город убежище, я там был, там херня творится. Дебилы там живут. А как могут они посодействовать захвату? Так, я думаю, что народ пойдет за тем, кого поддержит мэра Скорти. Он весьма нечист на руку, но люди ему верят. А он будет за сильнейшего. Видите ли, что хорошо для Скорти, будет хорошо и для рейдинга. Мне кажется, он... Сам еще не определился. Да, интересные темы. Похоже, здесь очень многие употребляют химию. Что нового в городе? Пришло черни работает только на винт. Ну, это да. Что такое винт? Чудотворный наркотик. Ну, ладно. Да, такой вот у нас рейдинг непростой. Пистолет, пулемет. Наверное, Сулик бы обрадовался такой штуке. Вообще, вот я должен сказать, тут куда сложнее добывать оружие и все такое в этой игре, чем в первом Fallout. Хотя, наверное, тут больше беда в том, что я выбрал
тяжелое оружие своим основным, и как-то не могу ничего найти просто подходящего. И хрен знает, когда я еще смогу найти. И я сжигал в моем присутствии. Это тогда просто усить хвостки. Нет, я не хочу, чтобы ты жевал жуков, сосал и замужем. Фу, противный. Привет. Вы видите худую старуху, которая знавала лучшие времена. Привет, паренек, что старая вдова Рун может тебя сделать? Руни. Я просто гуляю. Бартер, подожди. О, дробовик. Это тоже не то, что мне надо. А, я вспомнил, там же хорошую награду обещают за это. Если я уладить конфликт с этими всеми ребятами, там, блин, винтовку давать должны. Блин. Ну, короче, я походу обламываюсь вообще совсем всегда и везде. Ладно, ладно, черт с ним. Так, здорово, привет, приятели. Это мужчина такой вид, будто он прямо здесь и живет. Да, ты че? Первый раз в рейдинге, а? Откуда вы родом? Ну я тут. А, вон шериф. Я тут все пооткрываю, мне пофиг. Так, ты шериф? Крепкий сильный негр. Здорово, я Эрл Марион. Я шериф в этом городе. Звучит колоритно, а? Ну, я и правда шериф. Я сюда пришел раздавать поджопники, жевать жвачку. У меня кончилась жвачка. Что вы делаете в этом городе, как шериф? По большей части охраняю мир и спокойствие, по крайней мере. Этим бы я занимался, если бы не нога. Что с ногой? Я отправился встречать караван, было поздно, ну я прикорнул. Просыпаюсь от того, что какой-то чертов гекко пытается позавтракать моей коленкой. Замечательно, у меня прострелили коленами, чертовы гекко. Я почти позавтракал, сволочь, еще один укус, я бы остался без ноги. И она до сих пор не зажила. Ну, я и до того не слишком-то умел танцевать, а теперь, пожалуй, точно не научусь. Я могу хромать, но док Джонсон говорит, что мне нужен постельный режим, иначе нога не зажит. Так, подстава. Иначе не зажит как следует, хотя помощь бы мне не помешала. Ну, какая помощь? Работенка тебе, скорее всего, кажется, не по зубам. Возвращайся, когда наберешься. Да вы ладно тебе, ну. Я вообще зря сюда пришел, у меня такое ощущение. Ты реально приперся. Мне даже квесты давать не хотят. Квестов как-то. Реально. Ну, болтовни много, квестов мало. Зи! Давно в рейдинге. Заключенные. Так, ладно, посмотрим, что тут еще есть у них, наверное. Вот, просто глянем, что тут еще. Блин, я даже не знаю. Ой! Что делается-то? Капец, да тут... Серьезная фигня какая-то. Тут надо побродить, позачищать, посмотреть, что тут вообще. Да или даже не знаю, может, вдруг я сейчас тут все зачищу, а на самом деле это был квест. Как бы эту крысу-то я завалю? Ты смотри, она живая! Ты чё, крысятина? Еще живая? А, подожди, это крыса-мутант. Да. Ну, черт его знает. Давайте попробуем прорваться вон. На следующую локацию, как бы. Я как бы реально не хочу пока... лишний раз тут кого-то убивать, потому что вдруг это, на самом деле, квестовое дело все. Понимаете, просто у меня есть опыт игр в игры, понимаете ли. И у меня есть вот ощущение как раз, что возможно просто взять и запороть квест так. То есть, ну это в современных играх как бы уже все учтено, что там, возможно, чувак сам придет там еще до того, как возьмет квест и уже всех перебьет.
как бы в старых играх они, ну, сильно не парились на этот счет. Типа, ну, завалит квесты, завалит их, хрен с ним. Прикольные гоночки устроили. Вот может быть, кстати, просто выход из рейтинга. Посмотрим, что это. Это похоже на шахты, реально. Это похоже даже на две шахты, я бы сказал. Ну хотя... Ну да, я понял. Ну там какие-то крысы, короче, живут и все там. Morning Star. Шахта Утренняя Звезда. А, это что такое у них? Вообще и зарплата. А, тут какие-то состязания проводят. Это что такое? О, капец, это просто куча кротокрысов валяется. Дохлых. Просто горой свалили их. Не, ну в принципе по делам, как бы. Они такие. Любят жить в шахтах и мешать копать. Что такое, говорит? А, это туалет. Ладно. Подожди, а в туалетах, я знаю, постоянно журналы валяются на полу. Да. Но только сейчас дошло, почему они там валяются. Ну, посмотрим, что тут. Это, наверное, есть шахта. А это, наверное, какое-то административное здание. Ну, посмотрим. Ой, что-то как-то тут у вас бардак, ребят. И даже не пройти. Да, что-то как-то странно тут все устроено, реально. Непонятно. То есть сквозь камни можно ходить, а... Не. Ну, вообще, я вижу, тут не так уж и мало локаций. То есть надо поисследовать будет. Просто на сегодня мы уже много побродили, да? Давайте-ка, наверное, ребята, мы вот уже в следующей серии оставшуюся половину города исследуем. Посмотрим, что тут у нас... Барак, судя по всему. Да, и там уже двинемся дальше. Подумаем, что нам делать. Ну а пока что, господа и дамы, спасибо тем, кто был со мной сегодня. Можете ставить лайки, подписываться, буду рад. Сэр Холмс, канал Благородных Сэров, Fallout. Всем пока.